стоит мамонт, такой весь вот еще в мехах, в эти вот бивни огромные, значит, стоит так это на лужайке, наслаждается жизнью, смотрит на закат, там щиплет травку, там какие-то листики с дерева, может быть, так отщипнул, попробовал, все как бы вкусно, все замечательно, жизнь далась. Тут, значит, слышит, что вот какой-то такой гул просто вот откуда-то идет. Из-за горизонта вываливает просто огромное стадо слонов. Вот, значит, и вот бежит на него. Он как-то так, ну, он же наслаждается жизнью. Как-то смотрит на все это, ну, стоит на месте. Значит, стадо слонов проламывается вот просто насквозь, вот все, через него, его заваливают, топчут, пробегают дальше и скрываются за обратной стороной горизонта. Значит, мамонт так поднимается, отряхнулся, смотрит вслед. Блин, как задолбали эти скинхеды. Из разряда муж с женой разговаривает. Дорогой, у меня две полоски, ты что, беременная? Нет, блин, я брундучок. Ватикан. Съезд какой-то, Бентли, Роллс-Ройсы, один за одним, Изя стоит, говорит, вот посмотри, говорит, вот это, говорит, эффективно работающее предприятие. А начинали-то с одного осла.